За помощью к телезрителям обращаются сотрудники уголовного розыска, которые ищут преступника, а именно человека после ссоры, порезавшего ножом двоих мужчин в людном месте. Преступление оказалось снято видеорегистратором маршрутного автобуса. ЧП произошло 17 августа сего года у остановки «Топографический техникум». Один из пострадавших скончался в больнице. Возраст подозреваемого 50-60 лет, рост 160-170 сантиметров, нос с характерной горбинкой. Если вам что-либо известно о личности запечатленного на видео человека, свяжитесь с полицией. Его можно узнать в том числе и по скованной походке. Полицейские акцентируют внимание на том, что информатору гарантируется анонимность.